Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Хочу показать следующий вам участок. Это моя клубника. Вот сейчас тюльпаны отцветут. И будет клубника. Чесночок. Вот такой чесночок. В этом году я бы не сказала, что жарко, но почему-то у нас колиусы очень сильно горят. Очень сильно. А жары нету. А горят. Кругом пересадки, посадки. Ну, это везде у всех так. Вот, клубничка начала цвести. Вот посреди грядки клубники. Это у меня новые сорта с прошлого года. Вот посмотрю. Ну, по цветам я смотрю, что должна ягода быть крупная. Ну, в этом году кусты, я бы не сказала, что очень крупные. Но они еще нарастут. Вот. Посмотрим, какая будет ягода. Тюльпанчики. Всякие разные. Ну, конечно, много-много съели мыши тюльпанов. Вот. Ну, и вот здесь у меня смотрится так. Вот такая хоста. Там вон у меня получается клубника ремонтантная безусая. Вот она начинает рано зацветать, и до самых снегов она плодоносит. Ну, ягодка средняя, но сладкая. Сколько я брала ремонтантной клубники и потом все выбрасывала. Вообще невкусная ягода, лежит красивая, а есть невозможно. Ну, здесь до конца еще не доделано все. Ждем, когда у меня пустота, это хризантемы шары будут выходить. Некоторые выходят, а некоторые нет. Ну, вот некоторые выкапываю, которые не выходят, а потом закапываю. Вот, если что-то не взойдет, ну, туда пока садить тогда ничего не буду. А засею горчицей. Пусть земля удобряется. Вот. Ну, вот здесь у меня лапчатка кустарниковая маленькая, белая. А вот это розовая. Она розово-желтая такая. Там вот гортензия. Вот гортензия, палочки торчат. Вон гортензия тоже. И вон там гортензия, где дуги стоят, рядом с можжевельником. Там крупнолистовая гортензия. Еще не убираю дуги, ничего. Вдруг что-нибудь будет. Но надеюсь, что уже не будет заморозков. Так, здесь у меня хоста Big Mama голубая. Ну вот маленькая, листики такие. Так, это у меня лилейник между хостами. Извиняюсь. Это тоже хоста. Лилейник.
лилейник, коника. Здесь у меня раджерсия, мне давали в прошлом году. Вот все укрываю ее. Горят. Сейчас вот открыла. Пасмурно, поди ничего не сгорит. Ива моя. Нет. Вот высадила вчера петуньи, гвоздички. А здесь вот у меня под баночкой сидит варигатный флокс. Откопнули мне флокса, но это не шиловидный флокс, это такой метельчатый. Ну, конечно, метелок от него сильно не ожидается, потому что варигатный он у нас почему-то. Лист красивый, а цветов мало. Что-то в ветерок подул. Вот. Здесь у меня гвоздички китайские. Вот. Дельфинчики. Вот розочки. Розы в этом году и вихеры очень-очень плохо. Совершенно. Ну, потихоньку, помаленьку, не все розы, но отходят. Вот. Здесь вот такая петунья. А здесь вот такая. Вот. Скоро зацветут ирисы. Ну, смотрю, стрелки пока не все дают ирисы. Вот. Ну, так смотрится. Тюльпанчики доцветают. Это василисник. Скоро зацветет. Вот. Наконец-то мы добили вчера эту клумбу с дочкой. Дочка помогла, слава богу. Здесь не столько было травы, сколько было насеяно этих цветов. Анютины глазки-то это полбеды. У них корни это. А вот маргаритки, это что-то. У них корни такие. Скоро зацветут луки декоративные. Больше метра высотой, а лист-то какой шикарный. И вот так смотрится у меня здесь. Вот. Всем желаю крепкого здоровья, хорошей погоды, всего доброго и до свидания. Встретимся на моем канале.